Шокирующая история на Алтае. В одном из поселков женщина оставила на морозе своего 2-летнего сына. Сама ушла на несколько дней. Мальчик, которого бросили на неотапливаемой веранде, без еды и теплой одежды, выжил благодаря собаке. Все это время животное согревало замерзающего ребенка. Их случайно обнаружил один из соседей. Малыш с сильным переохлаждением находится в больнице. Мать появилась только спустя 4 дня. Против нее возбуждено уголовное дело, поставлен вопрос о лишении родительских прав. Кроме того, к ответственности могут привлечь социальные службы. Инициирована доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики. В связи с оставлением в опасности жительницей Локтевского района Алтайского края своего 2-летнего сына. Предстоит дать правовую оценку действиям бездействию должностных лиц, в чьи обязанности входило осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями.